И всем привет, дорогие друзья, с вами Хьюго, и сегодня мы с вами начинаем проходить одну довольно старенькую, но очень поучительную, интересную игрушку под названием «Споры». Это, можно так сказать, моя любимейшая игра, наверное, детства и многих тех, кто в нее поигрывал и до сих пор, наверное, играет. Так что все фанаты и все любители этой игры оценят такое ностальгическое прохождение. Ну что ж, давайте начнем, мне уж не терпится вспомнить, как оно тут все было, как я потихоньку помню, года так 4, наверное, первый запускал ее, как раз в 2010 вроде она вышла, и вот каждый этап сидел, вот вечерами изучал, вот помню, что дошел до космоса, и там даже что-то не врубался, как дальше проходить. А, ну что ж, давайте начнем этап клетка, пожалуй, мы будем плотоядными. Так, тема, вот я до сих пор не помню, что она тут делает, она без разницы, то есть у нас вот такая вот маленькая бактейка будет. Хотя я хотел вот такого себе. Так, ладно. Далее. Выберите себе сложность. Стандарт поставим. Все-таки мы с вами не тряпка же. Назовите планету. Хорошо. Сейчас мы с вами назовем ее в честь нашего канала. Ой, вот так вот. Все. Начинается новая история. Мы с вами родились. Это как, знаете, прям начало мультика про Лунтика. Я родился такой. Я, конечно, не с Луны упал, но куда-то издалека прилетел. То есть я еще помню в детстве, когда только начал запускать эту игру, все спорил, сам с собой сидел. То есть на этой планете была ли жизнь до нас, либо мы ее с вами зарождаем сами. То есть я, скорее всего, склоняюсь к тому, что мы начинаем жизнь тут заново. То есть планета как бы необитаемая, и мы начинаем такого с клеточного уровня развивать ее. Вот. Отлично, мы с вами подросли немножечко. Вот тут всякие говняки маленькие плавают, надо их тоже захавать. То есть, я надеюсь, они мне ДНК будут прибавлять, чтобы я тут свой прогресс увеличивал. А что такое, я могу догнать его? Сучонок, он быстрый. А! Он будет лишний быстрее. Такс, что у нас происходит? Другие клетки и обломки метеоритов могут стать источником новых фрагментов. О, я помню эту штуку. Это вроде как шипы такие, да, для тарана. Так, уйди, уйди, дай мне взять. Уйди. А что, испугался, что ли? Испугался меня, да? Я же такая няшка, иди сюда. Ай! Сюда иди. Ай, ай, он кусается, защищается, смотрите. Мы в жопу вот так куснем. Чё-то нифига не получилось. What the fuck? Что? 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 Ну ладно. Сочтем, что это был немножко такой проглюченный укус его, который даже не отобразился. Так, ну что ж. У нас есть какое-то задание. Найти 6 новых фрагментов. Окей. Так. У нас почти готово первый этап. Готов первый этап. Надо еще позахватить пару кусочков, либо затащить вот этих вот двух парней. У них вон шипы, я вижу, так что это будет довольно проблематично. Вот я вижу последний кусочек, но я не ищу легких путей. Тихо, меня чуть не кольнул. Иди сюда, сюда иди. Я не аж на зеленый бактериллоид. О, отлично. Сразу видите, 3 кусочка с него выпало. Блин, я успел только один захавать. То есть, как видите, мы развиваемся, собственно, наша клетка становится гораздо больших размеров, и мы всплываем как бы с днища, и видим тут гораздо новые существа. Ой, меня хочет захавать кто-то. Отстань. Отстань от меня. Отстань. Ты сроднил тоже себя, блин, там пятью этими шипами плавает. О, кого-то кусает даже, смотрите.
Я тоже могу кусаться. Иди сюда, сюда иди. Сюда иди. Да, я доминатор. О, я расту. С каждым укусом все больше расту я. Так, как видите, на дне плавают такие довольно массивные, как это даже называют, существа, не знаю, но караси какие-то жуткие просто. У них, смотрите, какие глаза огромные, шипы там, челюсти. То есть это довольно серьезные парни, с которыми лучше не стоит связываться. Лучше всего, конечно, жить вот на таких травоядных. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да, вот это связочка была. Хорошая связочка. Рассыскали меня только так. Ну что ж, ладно, нам надо хотя бы найти тридцатку, наверное, ДНК вот таких вот, 22, чтобы потом нам немножечко развиться и стать более такими прокачанными. Ай! То есть я хочу тоже таким вот быть с шипами, вот, и довольно много плодников иметь, чтобы быстро плавать. Так, быстренько захаваем. А, так вот. Это меня раньше нагибало. Так. Все ближе и ближе к поверхности, я так считаю, да? Почти половину этапа с вами прошли. Сучонок, давай иди сюда, у меня времени мало. Я хочу развиваться и становиться лучше. Засранец, он гораздо быстрее меня плавает. А, выдохся. О, отлично. Используйте зуб, чтобы партнер открыть редактор. Нет, я не хочу пока еще развиваться, у меня тридцатки нету. Я хочу на этих травоядных поживиться. Вкуснятина. Ой, я еще вырос. О, смотрите, какие-то новые рыбки. О, такие челюсти большие. Так, а как я полагаю, если... Ой, я завалю одного из них, то есть мне откроется новый фрагмент их, да? Так, ну-ка, давайте попробуем. А нет, они слишком быстрые, я не смогу их догнать. А почему-то, кстати, кусков мяса больше тоже не спавнится на таком уровне. Наверное, это слишком уже такой профессиональный левел. И для слабаков. Смотрите, терки какие-то. Ай! О! Не знаю, он или я замочили его, но у меня есть новый фрагмент. Веснички называются. Так, там я видел куски мяса были, мне надо их захватить. Ага, засранец, он съел их. Ну ладно, выживает сильнейший, как говорится. Так, травоядные, я их обожаю. А, вкуснятина. Обожаю травоядных. То есть развитие в этой игре неимоверное количество. То есть мы можем начинать играть за хищников и играть до конца, до самого космоса, за такую как вражескую сторону, за всеядных, которые как вроде как нейтралы, я помню, и за травоядных, которые как дружелюбно для всех видов. То есть видите, они такие плавают, да, вот собирают такие водоросли, хавают, тоже развиваются. В итоге тоже все выйдем на поверхность, и там уже будем дальше развиваться. Вот какой-то титан выкался. Ну, пошел вон отсюда. Эй, эй! Обалдеть, тут терки, парни! Это что такое плавает? У них там, наверное, сейчас такие терки будут. Так что я умер, конечно. Так, ну что ж, у нас есть 32 единицы ДНК, так что давайте, наверное, брачный зов вызовем. Так, где там моя супруга? У нас разделяет всего лишь этот пузырь. Отлично. Интересно, за кого мы играем? За самку или самца? Как я полагаю, если мы выкакали вот такое маленькое яичко, наверное, мы, скорее всего, за самку играем. Но почему-то самка меньше, чем самец. Это не должно быть так. Так, ну что ж, у нас тут есть челюсти. А у меня и так есть челюсти. Вот. Фильтратор. Нет, не, не надо, мы травоядными тогда будем. Ну, как я полагаю, если мы наденем вот это вместе с этим, то мы станем всеядными, да? Да, мы всеядными будем. Но я хочу быть более таким хищным. Так, то есть я хочу такого монстра сейчас сделать, который... Ой, не такой страшный будет, но эффективный. Так, глазкой, конечно, не очень я прикрепил. Ой, еще хуже. Еще хуже сделал. Нет, нет, нет. Вот. Вот это вообще няшечка будет. Конечно, выглядит как кусок говна. Так, ладно, сейчас мы тебя сделаем красавчиком. Вот так вот. Тебе нравится? Я вижу, что тебе нравится. Так, надеюсь, вот этот хвостик мы теперь сможем с вами убрать и поставить реснички. Вот где-то вот... Нет, некрасиво. Вот так вот. Красавец. Так, что мы еще с вами можем переделать? Наверное, больше ничего. Надо еще тогда ресничку сделаем. Вот такой у нас будет двойной плавник.
Так, и можем еще, наверное, глазик сделать третий, но это не надо. Так, что-то еще мне предлагали окрас, да, сделать? Окрас. Так, я хочу быть похожим на... какой-нибудь кальмар, или давайте лучше акулу. Так, серый цвет и полосочки. Так, полоски должны быть белые, так, на самом деле. Так, а есть какие-нибудь еще другие окрасы? Ух, смотрите, их тут сколько. Так, мне вот этот нравится, такой как пятнистый. О, красивый, да? И... такой розовый, он няшный. Нет, 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 вот. Такой похож как на кровавого такого осьминога. Так, мне нравится, так, ага, дайте имя. А есть какие-нибудь тут рандомные имена? Вот, случайное имя. Фу ты. Эдими, блин, что? Черно. Марилена. Что за нерусская имена? Мегигина. Патра. Амар. Изварлен. Хедилья. Это что такое? Тут язык сломается. Сольея. Ясольф. Ясольф. Шена. Джизари. Жани. Нет, я вообще не понимаю. Асиси. Аниси, точнее. Аколь. Джасси. Макера. Лимус. Лимус. Мне нравится, кстати, название такое. Даже, блин, как звучит. Он самое главное няшный и красивый. Посмотрите просто на него. Ой, какой он красивый у меня. Я самый красивый на днище океана. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда, вкуснятина моя. Так, иди сюда, я тебе не докусал еще. Вот, скорость моя, кстати, стала в 3 раза практически быстрее. Ай, вы че кусаете еще, заразы? Сейчас вы за это ответите, а ну-ка, иди сюда. Так, почему-то я засох. Эй, эй, плавай быстрее. Ты же вроде до этого мысль плавал. После тарана я сюда, кстати, смачно отлетаю. Так, ну-ка. Вот, отлично, этого мы с вами заточили. Макс. У меня слишком челюсти такие звенят. Огромные. Наверное, ты был, да? Ну-ка, иди сюда. Вот. Отлично. Надеюсь, я с тебя поборю сейчас. О! Одногруппник, точнее, из одного вида парень. Давай, давай, замочим его, давай, замочим. Отлично. Из него 3 куска выпало мяса, которые я не могу поймать. И вот так вот. Отлично. Так, есть тут кто еще? Вот он, куда, кстати, заточили. А ну-ка сюда иди. Я твое слабое место нашел, кстати, жопа. А ну-ка иди сюда. Эй, это мое место было. Ой. Там какой-то большой парень плавает. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим. У-у-у, какой он большой. Красивый, кстати, мне нравится такой. Главное, что он не агрессирует. Как бы, хотя мы для него такая легкая добыча, но самое главное, не агрессирует на нас. Так, ладно, пойдем тогда дальше плавать. Вот травоядное я вижу. Ух ты, что это такое? Какой-то камень плавает или... О, яд. Ух ты, прикольно. Блин, там какое-то существо новое плавало. Эх, надо было, конечно, замочить его. Так, ну-ка иди сюда. Иди сюда, куда там хочешь спрятаться от меня. Отлично. Мясо мое. Мое мясо. Эй, ладно, ладно. Это кусочек твой, брат. Спокойно. Так, вот это зеленое, блин, конечно, надо замочить, но вот травоядное вкуснее гораздо будет. Так, вот там, вижу, вот он. О, я вырос. Отлично. Какие-то крабы тут теперь плавают. Я уклонул, но испугался. А как он так быстрее меня плавает? Потому что у меня 3 плавника, что ли, да? Фига себе, он испугался, ты как? А, это догнал. Отлично. То есть у нас уже практически 3-й этап позади. Остался еще один, и вот финальная такая прямая. Вот смотрите. Это мой, наверное, самка, наверное, это плавает, потому что она больше. Ну, согласитесь, красивый, да, у меня получился такой монстрик. Так, это что такое за желудок плавает? Ну-ка, иди сюда. Опа. Так, электрический разряд. Ага, прикольно. То есть это сейчас можно тоже так-то купить и поставить на себе. Так, найдите еще 2 фрагмента, надо найти. Так, как они только выглядят хотя бы? Прикинуть так, временно. Ну, иди сюда. Сюда иди. Мне тебя надо захавать, чтобы стать лучше, чем ты. Да вас тут двое. Ой.
Ой, 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 этот стал агрессивный. Ой, уйдите, уйдите, меня сейчас захавает. Фак. Это было довольно больно. Ладно, я вижу, тут маленькие травы одной плавают, которые довольно легкая добыча. Ну-ка, идите сюда. Быстренько. Вот, отлично. Жалко, что я не могу взять какой-то напарника с собой, который, ну, из, со мной из одного рода, и вместе с ним плавать, вот, и так же вот нагибать всех, вот. Так. Пошли в жопу. Смотрите, какая штука плавает. То есть они вчетвером агрессируют на меня. Ну, давайте, если хотите, пизделей получить. Отлично. То есть я один против двоих сделал. Сколько тут места-то я, наверное, не съем даже. Точнее, не успею съесть, все разберут. Такс. Все, почти четвертый этап готов. Вот еще вот эти пару кусочков и все. Ну давай, кушай. Отлично. Все. То есть мы такие стали огромны для них даже. Теперь я их могу даже спокойно с одного удара захавать, да, ведь? Ой! А ты-то такой. Фига себе, он быстрый. Обалдеть. То есть он как-то... Так, что это такое за звук? Что это такое за звук сейчас был? Что-то, походу, появилось рядом. Так, это что такое за большой? И, наверное, его не схавать даже. Вот тут нам... Ой, на мы обратно напали, придется его захавать. Каннибализм все-таки, да, ведь? Присутствует здесь. Смотрите, эти бодаются тут. Слышь? Ё-моё, я укалился. Как бы можно поделить мясо на месте? Ой, 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 у него яд, походу, сзади стоит. Ладно, он забрал все заслуженное мясо. Вот мой обед плывет. А ну иди сюда. Сюда иди. Отлично. Так, вот мне вот этого чувака надо завалить. Вот у него какие-то новые фрагменты, я вижу. Но он такой быстрый, что мне даже его не догнать. Так, ой, за мной какие-то нахалы плавают. Ну-ка, что такое? Что за... А ну пошли в жопу. Пошли в жопу, я сказал. Вот, отлично. Я король здесь. Какой там большой. Кстати, осьминог плавает подо мной. Я что-то даже внимания не обратил. Вот. Так, еще чуток остался. Буквально чуток. Вот, я даже теперь могу таких больших вот синих хавать. А это что такое за большой красный плавает здесь? Ой-ой-ой-ой, если в крови, я не... Я как-то его ничего не заточил. Извиняй. А, я знаю, кто это такой синий, который плавал. Он немножко прокачался, походу, да? Стал лучше. Так, ну, а ну-ка брось. Сволочи, а. А там, смотрите, сразу три хавают один большой кусок мяса. Так, опа, опа. 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 Ай, меня еще атакуют. Обалдеть, сколько здесь. Это как, знаете, такие маленькие пиявки. Ай. Они ушли от моего обеда. Ушли, я сказал. Ушли. Ауч. Ауч. Ой, там кто-то сегодня появился. И как раз новый левел. Отлично. То есть у меня теперь появился какой-то временный такой мозг, да? Поздравляю, вы на пути к разумной жизни. Спасибо. Так, поздравляем. Вы прекрасно научились ориентироваться в первичном бульоне. Кстати, такое понятие я давно не слышал, наверное, с 5 класса. Когда вы будете готовы встать на большой мир, щелкните на кнопку графика. Так, давайте щелкнем, что ли. Так, история развития. Ага. Я помню эту прикольненькую такую полосочку, которая здесь начала, конечно, двигаться, но у меня такая жизнь довольно короткая была. Я тут, чё, начал таким дохляком. Вот, открыл пару таких фрагментиков, завалил 11 каких-то клеток. Вот, съел 36 кусочков мяса, 3 раза умер, эволюционировал такого красавца, как я сейчас. Умер один раз, убил еще 30, схавал еще 46 кусков и стал вот довольно разумным существом. Ну что ж, давайте тогда, раз нам предлагают уже вставать на сушу, как тут можно не согласиться? Такс. А что мне сейчас предстоит делать? А, я должен сделать такое первичное существо, да, которое на ногах ходит. Так, зачем я это сделал? Предлагаю его вообще все снять, вот это вот, что у меня сейчас где-то, и какое-то такое существо сделать, как похоже, наверное, на динозавра, там, не знаю, гиперу там такие были-то. Так, такую сосиску сделаем сначала. Так вот, чуть ее подлиннее сделаем, вот так.
То есть это будет вот такой вот хвост, это будет вот такая шея. Такс, вот. То есть и первые такие две ноги вот будут здесь вот. Вот, отлично. Хотя похоже сейчас такой на член с ногами, но сейчас это будет гораздо лучше выглядеть. Так вот, сделаем его потолще, он все-таки нос этот упитанный такой должен быть. Так, вот, отлично. Как-то так, конечно, хотя ноги не очень выглядят, согласитесь, да? Так, вот, вот так вот сделаем. Хотя тоже какой-то, не знаю, как инвалид выглядит. Вот, ноги расправь, все-таки ты прогрессирующий вид ты будешь. Так, отлично. А челюсти ставим, потому что мы с вами довольно хищное существо. Так, вот давайте такие глаза поставим. Ой. Не-не-не, я не хочу быть циклопом. О! Ты, знаете, только краб будет. А, кстати, давайте сделаем краба. Я, конечно, не знаю, что тут в моем понятии может быть похожим на крабу, но это выглядит смешно довольно. То есть у краба еще вроде такие усики были, да, вот? О, такой крабик у нас будет. Так, теперь я, кстати, съедным стал. Я могу теперь хавать одновременно, как и траву, фрукты там вроде как были, и там плоть и всякое такое. Так, так, краб должен плеваться там, не знаю, какой-то грязи, но он у нас будет плеваться. Так, вот поставим такого вот здесь вот брелок. Только, наверное, поменьше сделать его. Так, жопу тоже надо поменьше сделать, он какой-то больно толстый. Так, и давайте, наверное, шип, что ли, поставим куда-нибудь ему. Чтобы таким грозным казался. Я, конечно, бы спину бы из шипов сделал. Как-то вот так вот. Но это, наверное, будет слишком дорого стоить для меня. Такс. Вот так шип. Здесь шипок. То есть это должен быть больше, этот меньше, да, все правильно. А вот этот вообще маленький должен быть. Так, стоп. Вот так вот. Такс. И вот такой вот. О, супер. Теперь ты у меня красавец. Так, что тут еще? Прыжок, маскировка, бег. Блин, бег бы, конечно, не помешал бы, но я думаю, скорее всего, нам прыжок понадобится, потому что мы довольно маленькие с вами будем. И что это такое? Не-не-не, нам такой почесон не нужен. Так, куда бы нам его... Я помню, что можно было прятать некоторые фрагменты. Вот, отлично, вот сюда спрятаем его. То есть вот у нас такой крабик будет. Сейчас мы еще как-нибудь так красиво покрасим. Хотя он довольно розовый-то, неплохой такой. Ну, сейчас посмотрим, какие-то еще цвета есть. Такс. Кстати, неплохо, тоже неплохо, я вам соглашусь. Так, а это что такое за цвет? Какой-то такой тускноватый. А, я вспомнил, что здесь можно брать еще некоторые другие. Вот тут мои старые творения, точнее, творения сохранились, то убьют. Магнитоград, вот этот, я помню его. Ой, магнитоград, привет. Так, вот Гена, привет тоже. 99-й тут проект мой сохранился, танчик. Так, ну что ж, давайте тогда... Вот, наверное, вот этот выберем, вот. Цвет, довольно красивый. О, классно вообще. То есть усики такие розовые на конечках и вот тут лапки. Все супер, просто класс. Хотя, тут еще есть какие-то окраски, вот, прикольные такие. Вот, вот этот мне нравится больше. Вот, все такое, давайте сохраним. То есть, вот наш перечень такой крабик готов. И поплыл наверх. То есть, сейчас у нас будет такой довольно долгий, продолжительный этап существо, которое, надеюсь, придется, наверное, распределить на два выпуска, потому что там, да, довольно долго надо будет играть. Так, вы сможете встретить клетку, перватор, петушок, или там петушко было написано. Тут довольно смешное название у всех существ, так что это будет весело. Вот такой маленький выплыл, няшный. Ой, зовет там своих напарничков. Фига вас тут сколько много-то. Целая банда прям вышла на берег-то. Красиво, довольно планету я, кстати, выбрал. Только, кстати, схожую с землей. Я специально выбирал. Хотя вот эти деревья все портят на самом деле. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция. Ура! Так, ну что ж. А, добро пожаловать на сушу. Спасибо. Так, это у нас снова линейка развития, да?
Она стала какая-то довольно такого приятного цвета. Так, ага. Нам будут задания давать. Здесь у каждого из вас задание. Сейчас главная цель это найти пропитание. Давайте научимся находить еду. Вращение камеры и удержание правой кнопки мыши. Отлично. Так, для перемещения левую кнопку мыши, да? Ага. Он так довольно смешно перебирается. Так, ну-ка, дай-ка на тебя посмотрю. Ой, какой ты няшный-то. Я бы на самом деле расцеловал бы тебя. Так, ой. Так, смешно, кстати, передвигается. Так, я вижу, там какой-то фрагментик был. Ну-ка, что это такое? Ух ты, какая-то пасть на выпал. Ой, что это, новый фрагмент? Чем больше существ клеток, тем лучше фрагменты. Ага. Базовый зов. А, нам, видите, какой-то поедатель выпал. Кстати, довольно плохие такие характеристики. Так. Ну, а, кстати, первое задание, давайте его выполним. И думаю, пока что нам для первой серии хватит. И уже продолжим следующий, так. Серии. Вот. Наверное, нам подойдет фрукты, да, как пища. Мы все-таки сиядные же с вами, да? Вкуснятина, да? Так, что там такое воняет, я не могу понять. Ага, кто-то сдох, смотрите. Обалдеть. Динамегазавр. Динамегазавр, вот, еле посчитал. Хотя, наш крабик его довольно сильно пытает. Вкуснятина, да? К сожалению, закончился. Ну что ж, давай тогда встанем на фоне наших братьев. Вот так вот встанем. Приблизим камеру и попрощаемся, наверное, со всеми. Да, я тебя очень сильно люблю. А, ну что ж, друзья, всем, кому понравилось это видео и в дальнейшем это прохождение, обязательно ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч. Всем пока-пока.